Тебе перчатки нужны? Не, я свои оставлю. У них ловкости побольше. За счет сокетов и профа. Че, ФМ пробуем? Или дамага мало? Не, я думаю, будем пробовать сейчас. Воид в танке остается тут. Ты спекаешься в армсо. Механика, техника это, блядь, механика, техника, бей. Выводи. Техников также бьем первым. Так, вроде у нас никто не умирал. Бафы проверяйте. Короче, смотрите, сейчас пробуем. Так, дох спекнулся. Пробуем ХМ. Если у нас по ДПС мы будем прям вести, все будет нормально, но проблема будет с захилом, спекнем суфа. Тогда попотеем с переводом, но потом будет легко с захилом. Да, я думаю, нормально все будет. Да, и вопрос еще такой. Короче, мы сейчас будем стопать на 78. Ну, тут, я думаю, наверное, на 80, может, 50. А вот 50. Ну, смотри, если шоп, мы стопаем на 78, ждем откат триник и всего остального, ШП один в соло переведет босса, мы в этом даем гиру, и все. У него триня одна только там на откат. Ну, типа, давай, борт. Смотрите, а вот сердце. А тут убивает. Как, ребят, ну, напомните, сердце бьем же, да? Да, мы сейчас будем хэм-мод делать. Ребята, пока у вас... Сердце появляется на 75% босса, то есть, когда ты увидишь, что его уже к 75% подводят, сразу, блин, готовься бить его. Оно в середине, ну, в груди босса появляется, его уже можно в этот момент бить. Да не нужны тут метки, Егор. С метками, с черной, с белой, налево-направо просто выбегаете от рейда, и все. С белой сильно далеко можно не выбегать, она сильно не уешь. У белой радиус 6 метров, у черной 11, поэтому черную чуть-чуть подальше, а белую там, ну вот буквально, вот он рыло стоит, то есть вот, все, уже его не продамажат. Смотрите, есть одна полоска коричневая подальше, есть одна, которая поближе. Вот на угол выносите, вы никого не будете дамажить. Даю чек. Когда скажу стоп, все стопнули, от босса руки убрали, все что, убрали. Что, ТТМ на цел природы ставлю? Да. Руки убрали, все убрали, стопнули. Ждем откат триня. Когда у всех все откатывается, мы начинаем бить.
даем гиру, фласочки, у всех, что были хаспотики, все красиво. Спасибо. Еще раз. Все, погнали, погнали. Все, все были готовы, поехали. Бурсты сейчас не жмем. Просто дамажим и все. Там будет от танка, да, вам это идти? Так, все, убирайте руки от босса, сейчас он там дотикает. Это тоже убери. Встаньте все в середину, следите за дебафом, уберите петов и всю хуйню. Все видели, сейчас сову херня прилетела. В хэме после вот этой херни будет появляться искра жизни, которую нужно будет быстро убить. Так, смотрите, на бурставе у меня все откатилось. Я тоже. ШП, начинай бить босса. Выйди, ой, Егор. Так, дайте ассист по хилу какой-нибудь там чуть-чуть. Заходим в мелизону, вынеси метку, Владимир. Заходим в мелизону, но не бьем. Сейчас только сердце падает, Гера, и понесла. Поехали. Все. Следите за метками сейчас внимательно. Трэш этот кливаем. Мобов слева быстро залить РДД. Следите за метками. Сладомир, также дашь первый сокру. Искра будет 4, 3, 2, 1. Поехали, вы быстро. Так, я бомбу вынес. Искру. Так же сейчас будет. Искру. Дурф, подойди ближе к танку. Через одно. Все, искру. Егор, сокру, сейчас дашь, когда начнет бить. Крест, выйди. Блядь. Что надо, блядь? Или вылететь на хурасовой залупой? А, сука, она без клавиши стоит. Поставь на клави. Я его подниму. Поднял мазбаф и даю, Владимиру ману залил. Мобов кливать-то не забывайте, подбейте. Все, искр нету больше. Бейте босса, это банка. Заходи, заходи, пожалуйста. Не сдохните просто в черной метке, как бомжи, блядь, и все. Тучу прожми, блядь, и все. Гимн на ХП. Мобов бейте, блядь, этих ёбаных. Хотя бы одного, блядь, чтобы мне проще было.
Да, выстрелил. ШП, считуй тех, кто метки выносит, чтобы никто не сдох у нас, пожалуйста. Окей. Васек, аккуратненько как-нибудь там. Нормально, нормально. Дайте сокру или что-нибудь. О, блядь. Немножко отбегу, не это. Не бегайте за боссом. Стойте на месте, он сейчас вернется. Прожми, там зеленый, хуё. Да, нормально. У него фрейм большой, можем бить. Рыло. Дай по нему щит, приз. Дайте какой-нибудь сейв быстрее, транквил. У меня на пати на захват рун хилит вас тоже. Да хиливает, может. Ну, неплохо, а хороший этот рейд. Щит по хулипалу, приз. Все, добивайте это говно, лям. Дайте масс-сейв какой-нибудь. Угу. Бегу там, за боссом не бегает. Добивайте. Блять, с первого трая это дерьмо убили, бля, я вы боялись. Опа, пушка, ебать, это мейнспэк, пацаны, блядь. Пушка хрен с ним, посмотрите, какое колечко. Грудак, на вот. Грудак 19-й. Ну, пушка секс, конечно, ГЦ. Пушка вообще, ебать его, урод, нахуй. Ну, даггер, а даггер получается, кому? Ну, я бы себе забрал, на самом деле. Даггер, блядь, я не знаю. Ну, тут всем он, наверное, нужен. У кого нету, блядь, 26-й пушки, рольте, блядь. У Суфа он, есть. У меня 200-я пушка на рыле. Ну, рыло тогда забирай. Правда, с духом, но лучше, чем нихуя. Ну, да. Так, че? Ух ты, вестибюль. Ну, вот тут будешь рассказывать, потому что я тут души не чаю, что делаю. Да, сейчас расскажу. Дух тебе, грудак, да? Тебе не нужен? Ну, типа арпа, блядь. Я побырю релок сделаю. Так, залетайте в вестибюль. Смотрите, сейчас вот тут вот эти мобы, их надо, блядь, контролить, как я не знаю кого, блядь. Они ебанутые нахуй. Ну, тут. Ладно, залетайте, пока в портал собираемся тут. Железный ремонтник самый опасный. Мне пишет, что я в режиме боя, короче, не могу залетать. Вон там железный ремонтник стоит, он какой-то, он луч какой-то дает, то ли стан, то ли ничего делать нельзя, типа его вот надо контролить. Бать, мне эта пуха дает 150 сил атаки. Че, Водомир тоже не пускает? Да, кстати, 39-я шмотка никакая не упала. Обратили внимание? Может, уже пофиксили эту хуйню. Я Alt F4, короче, живу. Вестибюль не пускают, но? Не, у нас пишет, что в режиме боя. А, понял. Ребята, кто Винчер? Распилите пожар. Владимир, так у тебя пуха лучше, блядь.
Ну, про Ладомир. Ой, Ладомир, Асмодей, блядь, я же заговариваюсь. Кто у нас, блядь, Инчер и молчит? Я, Инчер. Слипкнот. Рыва, Слипкнот. Распилип уже это с рейда. Не кто. Ого, блять. Аж два прокнуло. Спасибо. Вот мобы, ремонтники. На них он метки накинь, там самые опасные. Будет потом. Тебе дал ассиста. Слава. Ага. Дал тебе ассиста, накинь на кого. И я просто, честно говоря, не понимаю. Я знаю, что кого-то контролить надо, от кого не помню. Ну вот, вот этих двоих, допустим. Они хуманоиды, получается, что кружок, допустим, покаяния ебанешь, а звездочку Асмодей, допустим, Фир. Ну. Да, надо док, я бы не отказался. А он, погоди, он подходит в ближнем бою, хилит, или что он делает? Чинит. Кто? Ремонтник? Да. Он дает стан, типа, на танка, и, ну, типа, все сдыхают от трэша. Ну, в ближнем бою или в дальнем он дает? По-моему, сдалека. Луч там какой-то. Ну, сейчас увидим, бля, я уже не помню. Тогда, не знаю, в МК его можно попробовать взять и этим лучом его убить. Пускай приз попробует. Звездочку, если этот взять. Потом сейчас модей перефирит. Ну, да. Перефирить его, да? Да, ну сейчас, короче, да. Вот этот переднего с пулем, они побегут, даете сразу на пул, и те, кто контролят, сразу контролите. Давайте, поехали. Угу. То есть звездочку этот, контроль разума просто прожмешь. О, они все нормально. Тогда звездочку только контроль. В приоритете звездочку убивайте тогда. Не восприим. Не восприимчивость. Ну все, тогда звездочку бейте первым. Фир тоже не восприим. Покаяние тоже не работает. Ну значит хуйня, блядь. Тяжко сбивается. Зато электрошку сбивает. Стан еще проверьте, работает, нет? Вот этот касс. Хотя вроде что-то ничего смертельного нет. Мог уже умер. Блять, больно. Больно, пиздец. Бля, если мы сейчас на собрании хэм ебанем, это будет пиздец. А там ничего сложного. Да, пацаны в этерналах 7 часов сидели, а так все изи. Короче, посмотрим. Может, они просто не так убивали и по какой-нибудь другой циркулярной. Я расскажу, там вообще легко. Ну, как бы это. Правильные лужи надо вставать? Нет. Ну, просто тайминг. Ну там в синей стоять, блять, и все. Да, изи, блядь. Ладно, мы сейчас попробуем. Я думаю, в десятке будет изи, в 25-ке там сложно. Репитанс был, но его сбили. Он висел на мобе. А пока я не был. Покаяние работает. Слушай, ну если сейчас выпадет этот кастет, это просто пиздэкшн, блядь. Сука, откуда такие фразы? Ебать, 32-я пуха, блядь, соки там, у, сука, блядь. Пиздэкшн, блядь. Ну, у него есть еще одна коронная фразочка, там, блодик фестивальный. А ебаный хуй, блядь. Сайдная фразочка. Эти, по-моему, бля, что-то они делают, сейчас посмотрим. Надо отвернуть. Так, давайте по одному, я знаю точно, их по одному надо. Они на пол, короче, кидать будут руну, надо будет с нее выходить, сейчас посмотрим. Вот она летит, 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 съебайтесь туда, РДД. Она в тотем летит, блядь. Хорош, блядь. Заявил тотемом, поняли? Вышли, да? Вышли, вышли. Чего на ком? На железном собрали. Ну, пока на него тут перейдем. Че говоришь? Трин, дайте. Идем на собрание сейчас. Роботы с первого трая ебанули, прикинь. В три хила? Или два? В два. Два. А Ладомир и Рыла. Хорош.
Просто искру с этим на времени не удивились. Кстати, блядь, у нас по времени мы сердце обогнали секунд на 8, ебать. Оно тонкое там, да. Оно тонкое. Для ТПСеры просто мощные, блядь, по 7к нахуй, не то что по 3, по 4. Это считаю за двух. Когда в прошлом КД было, блядь, я 12 бурстанул на сердце, блядь, с 6. Смотрите, здесь... Под истереей, блядь, пиздец. Пока они уходят... Так, подожди, вот этот хуй ходит, надо одного цеплять и съебываться. Сейчас, или смотри, вот этих в середине. Уходят. Сейчас я притяну и к вам сюда отвину. Выйдите назад, 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 назад. Да, спускайтесь, это ты. Еще, будет. Еще ниже, сюда, на круг, на вот этот. Все, кливаем резко. А высокие мобы, короче, надо хилам и РДД всем под ноги к ним встать, иначе они будут чаржиться и ваншотить. Мы сейчас вначале убьем тех, что внизу стоят, потом будем с большими разбираться. Да, чекайте сейчас мобов, главное, может что-то сейчас лутанем интерес. Что, тебе стрим дали? Да, Войд стримит. Да, Войд дал. Где на это кольцо видел там, блядь? Где? А, да я в го задал, блядь. Ну, хорошее колечко. Да, хуя себе хорошее. Ну, это только цвет, суки, очень, блядь, а так, конечно. Ну, на первое время ничего пойдет. Вот идет. Так, 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 отойдите, не поднимайте. Сейчас он уйдет, и он цепляет следующих троих. Так, троих или вон того, может, большого? Не-не, он троих, давай. Тогда или большого, давай большого. Давай. Он уже уходит. Давай, троих. Ёбаный рот. Спускайтесь все вниз также. Сейчас их здесь убиваем, потом будем с большими разбираться. В принципе, не страшно. Вот большие сейчас как работают. Для прикола можно кому-то встать смертнику в комнату далеко типа, а остальным под ноги. Если он рывок сделает, то лучше всем под ногами стоять. Играйте в одного, он хилится, блин. Там штаны, кстати, Денчик падают, хаскри, ты видел? Ну, взял. Просто говоришь, хаскри, у меня уже стоям бы на них. Ну, очень интересно. Блядь, особенно меня радует количество ловкости в них, блядь. Да. Так, у меня получается с моими... Так, поднимайте все сюда наверх. Сейчас его грипает, в ногах все стоим у него, в одного. Нет, для меня это говно не буду играть. Ну, тут в меня сразу рывок сделал. Блядь. Меня. Встали все в ноги. Куда пошел, блядь? А чё это, смотри, сфера какая-то, чё за хуйня? Я так понимаю, мне надо отойти, надо? Да, да, отходим. Или она исчезла уже? Исчезла, мы будем туда-сюда. Он, по-моему, встанет этой хуйней. Там урон проходил по всем. Забейте хуй, бить этого пидора, блин. Ну, прокидывается, короче. Короче, легко. 25-ки на попаднее да, будет. Ну, встаньте, встаньте. А, все, пропала сфера, что ли? Да, на секунд 5 дамажит. Ну, я так понимаю, она после рева появляется, поэтому целесообразно уходить нахуй оттуда. Ну, видишь, далеко кто-то стоял, он прыгнул. Угу. Все, идем, этого пропускаем. Этого не бьем? Не, он же колдун. Нахуй не нужен. Мы сейчас собрание бьем, потом, блядь, калагар до этого ебаного, и потом, блядь, ой, блядь, опять, блям, 200, нахуй. Попробуй их, блядь, в изгнание или фир, блядь, осмоды. Элементаль в изгнание кидается, лок кинет. Кидает. Ну, понятно, попробуйте. Ну все, значит, лево бьем или похуй какого, в изгнание одного, нахуй. Невосприимчивость, понял, блядь? Нормально. Ну, еще. Теперь нормально. Теперь нормально. Все, теперь право купил. Пусть стоит.
выйдите из войд зоны, ШП. ШП по дуплю не будет, может мы его тогда возьмем к себе вместо Мура. О, сука. Я вон там зажег свечи. Ты погасила свечи, загадала желание, да? Ага. Так, выходим, там руна лежит. Короче, как это называется? Чудо белорусской техники, блядь. Да, короче, смотрите, три босса, блядь. Маленький, средний и большой. Мы вначале хуячить начинаем маленького. Тут надо два танка, дох, спекайся. Хуячим мелкого, блядь. В момент, когда будем бить, под ним где-то в комнате появится синий круг такой, как вот видите, под большим стоит. Такая херня. В него надо зайти. Там то ли урон увеличится на 50%, то ли шанс крита. Урон. Что-то, короче, такое. Короче, увеличится сильно урон. После того, как запиздили мелкого, блядь, пиздим, блядь, среднего. Запиздили среднего, пиздим, блядь, крупного. На крупном дается гера. Единственный нюанс, там, блядь, будет рандомно в одного человека, кто дальше всех стоит от рейда, лететь какая-то хуйня. Ее типа надо как-то или засейвить, типа там дубовую кожу прожать, или там сакру дать, бабла можно ебануть, можно ШП выбежать в тучки, поймает, может дух выбежит, блядь, там зарефлектит эту хуйню, или там в ШВ, я хуй его знает. Короче, смотрите. Сейчас, короче, будем пробовать. Смотрите, обязательно... Объясняю, как... Ребята, а можно посикать, а? Мы тут уже два часа, блядь. Так какие два часа? Кстись, ты шо? Не сикай, да? Команды ссать не было, блядь. Давайте быстро обоссались, все и вернулись. Давай. Посикать, нахуй, нихуя, блядь. Я правильно понял? Короче, мелкого, среднего, большого стоим в синем кругу, да? Да, короче, смотри, сейчас дух цепляет на себя, получается, среднего и цепляет на себя здорового. Отходит с ними там, скажем, вот где видишь средний, стоит дух, ты там его держишь, их, двоих. Мелкого, блядь, ну там похуй, как получится. Ему можно сбивать косты, им их можно станить, вся остальная херня. Убиваем мелкого, потом среднего, потом на ласте даем геру и набиваем ебасус ему. У него хп будет больше, чем 3-1. Он впитает, по-моему, по 25% силы и всего от них. То есть у него, скорее всего, будет после того, как мы их убьем двоих, ну, наверное, 5. Я так думаю, может, 6. Ну, сейчас там секунды вернутся. Ну, судя по тому, что у Сталилома баф 50% урона, то синий кружок будет то же самое делать. Фипал, да, а в чем сложность? У него хп же, блядь, 6 лямов или 9 даже, это хуйня. Сейчас ты, значит, что-то с молнией с одной посмотришь, блядь. Сейчас я объясню. Его фишка в том, что он пиздит больно, да? Короче, его фишка в том, что мы сейчас убьем первого, он здоровый станет на 25% сильней. Ебанем среднего, большой станет на 25% сильней. Ну что, пацаны, может рассказать вам тактику, ребята? Тут сложность... Давай сейчас секунды придут. Тут смотрите, в чем сложность будет. Телдрим здесь? Телдрим отошел, да? Да, вот эту хуйню большой вешает ПКД на танка. Ее надо диспелить. Прочитали? 15 сразу и 15 раз в секунду он будет висеть. Ну, диспелит-то и все, да? Да. Но пятнаха все равно будет залетать. Че, может мне в этот сгонять, купить вам настои на саппорт? Да, нормально все. В всякий случай, ну ладно. Я лучше думаю, да, танк у Дога есть. Слава, у тебя есть саппорт? Нет. Ну, я могу дать, у меня есть саппорт. У меня один, он есть, я ему отдам. А, Дог мои купил. Хорош, блядь.
прикол в том, что когда они три живы, они особо не составляют опасности. А вот когда первого маленького убьете, у среднего появится дополнительная способность. Помимо синей лужи, он будет призывать зеленую. Она примерно как лужа ДК. Да не, она больше, она как больше, вот этот круг больше. Здоровый, в котором да. мы перед да, нами. Да, да. И вот и когда маленький этот умирает, и когда он призывает лужу следующую синюю, после нее через пару секунд будет зеленая, и нужно будет всем словить рейндж, чтобы минимизировать дамаг. Вот. А рейндж просто смотрите, другой. Да, смотрите, когда мы убьем маленького, вот или на вот этой кругу, который перед нами стоит, или тот круг, который правей, вот от нас, типа, блядь. Вот надо будет, чтобы РДДшники хилы стали вот так вот, грубо говоря, по этому кругу. Когда кинется на кого-то лужа, все лево-право отбежали, и все, и пиздим среднего. Может, просто РДДшники налево, а милики направо, чтобы проще было. Но мы и так будем в центре стоять милики. РДДшники хилы будут где-нибудь тереться. Да. Ну, короче, рейндж между собой где-то 12 надо набрать. А лучше вообще, типа, как в шахматном порядке встать, чтобы, блядь, или вперед уйти, или направо, или налево. Просто если будете стать в кругу, на кого-то кинется, например, кто в кругу стоит, и остальные будут пока служи выбегать, долгое время пройдет. Так я к чему говорил, что Телдриму лучше подиспелить, потому что если будет отвлекаться хил на диспел, то он ГКД проебет, и можно уронить кого-то. Егор, ты на диспеле. С этого, с большой, который вешает. С тебя, да, получается? С дога. Не, с дога. Дог, получается, здорового и среднего держит. Да, вот здоровый, самый высокий, кидает вот эту хуйню. Так, перепивайте фласки у кого-то этого, ну что, у меня 2 минуты осталось, я пью. Дог линканул эту зеленую руну, руну смерти, там написано, типа, всем целям в радиусе 13 метров дамажит. Такая. Просто, может, из нее выйти, а не расходиться, или что как? Конечно выйти с нее надо. С нее выйти в любом случае, всем выйти. В ней вообще стоять не надо. Просто, я же говорю, если она кинется, например, вот в середину круга, а РДДшники стоят по краям, например, этого круга, ну, то есть не по краям, в середине, там, слева, право друг от друга. Mm-hmm. Они просто пока будут выбегать, лишний урон залутают. Так, здесь нужен обязательно тотем от сил природы. Ага. Так, огонь похуй, третье. И, наверное, броню поставьте. Или тотем на броню кинешь. Ну вот, я вот так тотем ставлю. Да. Что там, все абассанцы пришли? Так, все вроде тут. Короче, смотрите, дох на двоих. Слава держит одного мелкого, блять. Потом, когда мы запиздим мелкого, дох держит большого, Слава забирает с него среднего. А кто на диспеле? Диспелить будет Егор. Телдрин, Ретрик. Хилы, не отвлекайтесь, хильте. Шо, давайте еще раз чек. Пойдем начинать. Го. Приста, походу, нет, потому что нет ни приста бафа, ни тьмы. Крути баф. Покушай, там, чтобы демона было пул. Тише. Не спугни лут. Смотри, дох, там где средний стоит, то туда и большого цепляешь. И стоите там. Их никто, соответственно, не бьет, чтобы никто не сорвал агро. Я мелкого на пулю в славу. Все, все были готовы, понеслась. Косты сбивать. Слава, я сбил первый. Угу, я тоже слил. Сейчас собью следующий. Вот, в круг заходите, РДД, заходите в круг. И хуярим. Следующий собью.
Так, все, по среднего забирай. Забирай среднего. РДД раньше, этот, хилы раньше набрали. Бьем среднего. Сейчас готовьте, зеленая лужа появится, надо выбежать с ней. Вот после этого будет поставить. Сейчас уже скоро. Вот она. Нормально, повезло, пиздец. Отлично. Бьем босса. Ай, точка. Ближе, ближе сюда подведите, тут танк далеко отошел. До следующего, может, успеем. Надо, наверное, ближе к синей луже подводить, потому что там... Да, ладно. Кстати, ёбаный. Заводите, забегайте РДД в синюю быстрее, дамажьте с нее РДД. Только, кстати, скоро руна смерти. Вот она. Сейчас будет пусть. А, он опять на танка? Да, да. Пизда, все, в синий зашли все и дамажим. Блять, хуево это отвел. Ладно, что-то показалось. Гимн на ману поражать? Кого там ману? Под тотем, когда скажете. Геру дали? Давай, тотем. Теперь смотри. Геру, Геру. Этот дал истерию. Веди его, короче, к воротам. Немножко, да, вот. В тот край веди. В какой хочешь веди. На тебя баф повешается. И через 30 секунд я с тебя заберу... Наверное, даже раньше. Ты должен будешь убежать от рейда. Все идите к воротам сюда, потому что он взорвется. Вот этот танк. Он сейчас взорвется, когда на него дебаф кончится. Сейчас посмотрю, обновит, нет. Я с тебя перехвачу скоро. 20 секунд. Все, сейчас я буду забирать по дизабилимости. И убегай в другой край от рейда. Забрал, убегай от нас. Беги, 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 далеко от нас. А все ближе к боссу подойдите. Вот, ну и в принципе 800 тысяч на мне он не успеет кончиться. Вот он сдох. Все, уже добьете. Иннер, дайте быстрее. Да, так, дискета, отказывайтесь от нее. Руна упала, это тоже отказывайтесь. Спину забирайте, кому надо. Да, Германия, да, мне. Палец, суф. Дискета. Для алгалона. Чтобы открыть. Так, да, плащ. Суфу, да, спасибо. Да, кольцо суфу отдайте, хостовое. Спина, да. Я так понимаю, это защита, блок, это для дога. Полинкуйте гирлич. А, да, гир, гавай дайте. Ресните? Да, да. Ресните нас. Метка села, так и пробивает. Ты этого, да, резаешь? Я долго, значит, рез. Что, десятки на какой-то вообще, бля, я хуй знаю. Я вам говорю, тут ничего нету сложного, если вот служа. Ты видишь, служа просто фартануло, блядь. Угу. А почему тогда они там 7 часов-то эти-то сидели? Да потому что долбоёбы. Они стояли толпой, наверное, блядь, в этой луже. Мне кажется, там что-то просто 25-ки выкручивали, цифры какие-то, бля, хуй знаю. Не знаю, идём сюда. Долбоёбы. Пойдём Калагар добить, блядь. Сука, блядь, убили маба, блядь. Твари ебаные. Хуяк хардмотно. Ебать. Не, ну хилы тут потеют. Да, ну понятно. Нормально. Там, может быть, у них хилы не справлялись, хотя херов знает. Либо танки стояли, нихера не делали, не водили к сферам. Слушайте, а ну погоди, стой, подожди, подожди, подожди. А шо по квесту по этому дискету? Не помните, блядь, что надо Алагалона убить? Бери квест, бери квест. Это квест для того, чтобы к нему, насколько я помню, это, блядь, открыт, ну, вообще проход. А для этого надо... А, подожди, там пойди сдать надо, блядь. Пойду, да, сейчас сдам. Надо там сдать, надо там в этом в комнате побазаришь. И там, по-моему, долго будет это базар идти.
Ты можешь после, наверное, сдать сейчас, если пока убьем. Потому что там долго будет, минут 10, наверное, блядь, моб базарить будет. Потом 4 квеста берешь на 4 ключа, короче, у 4 хранителей. Их еще пока не открыли. Ну это да, да, это понятно, это я помню. Короче, после того, как сделаем 4 хранителей, ну вот появится, убьем, тогда будем ходить в десяточку алгалу набить, блядь. Там триня нереальная. Давайте, тут запотели так, можем перекурить. Красиво все сделали, молодцы. Лёх, ты на этом бутылке не был, у него же нет спины, да? Или у него нет, у него типа надо будет сейчас бить. Я сейчас все расскажу. Левую руку надо будет бить, блядь, и тело. Ну, там что-то бьем левую, потом хуяк переходим, бьем правую, блядь. Типа, ну да, самое простое, просто руки разбивать и все. Ну, блин, правую, насколько я... А та же рука справа от нас будет. Я так помню, ее, по-моему, вообще нахуй бить не надо. Только левую, блядь, которая от нас, блядь. Бин, давай, я почти тебя догнал. Да, я же говорю, тут сильный, сова сильная, блядь. Ты боялся, нахуй, что ты вагоном будешь. Он Егор вагон, ты видишь, блядь. О, Егор, нифига. Сова особенно, ну, учитывая... Кстати, обратите внимание, в натуре второй раз 39-го шмота не было, блядь. Ну, может, поправили. Но, короче, нюанс в чем? У совы есть вот этот талант. Вот эта вот хуйня. Которая не совсем правильно работает на этом сервере. Такая же херня у Файермада. То есть я заметил это на... Она скалируется неправильно, она намного больше бьет. Нет, там нюанс в том, что у тебя вот все бафы и так далее, они должны сверху идти, а он сначала пересчитывает все усиления, там плюс 50, плюс 100 и так далее процентов, а потом их умножает на сотку. Короче, Суф, понял, вот эти приколы, типа в око звезда, вот этот круг, в котором ты ставил, она тебя увеличивает не на 100%, а где-то на 150, если не на 200. Не, ну криты вылетали нормально. Я вообще пиздец. Я тут. Ну у меня, блядь, атака ближнего боя максимально 5600, ебать, на роге. Привет, нахуй. Коварный. Где у меня тут потрошение? 21, нахуй. Ну просто, чтобы ты понимал, у меня под синей сферкой и так далее максимальное полоснуть со снапом и прочей фигней. 16к, блядь. 16к, то есть 16400. Просто в монете. Свирепый укус, блядь, 33 800. Нормально. То есть у меня в обычный манекен десятка, да? И у тебя получается звездный огонь, блядь, 27 100. Точнее, 27 200 даже. Там нехило так капает. Блядь, мне нужна пуха, сука, в левую руку, нахуй, блядь. В правую руку. У меня, блядь, левую руку есть, блядь, уже и дагер охуенный, и кастет, блядь. Ну все, придется тебе PvP чуть, да. Будешь всяких сенсоров. Если бы сейчас бы выпал кастет, блядь, вместо даггера, это было просто нереально, нахуй. Какая разница, у тебя же и то повышает крит. Да? Это понятно, у меня просто в левую руку пуха 19-я, блядь, а в правой руке 200-я, блядь. Блин, что мы, бьем или перерыв? Пока перерыв, там сикает кто-то. Да я уже пришел. Мне сказал 30 секунд. Быстро. Я еще и булочку урвал, блядь. Хуя ты, блядь. Сиди нахуй с булочкой, блядь. Толк спрашивает, ему в ДД? Блядь, я тут не помню. По-моему, нет. Или да. Возлетел, должен все время кто-то стоять, то бишь. Танк. А, ну все, он допиздил уже, блядь, этот тип, я иду. Найдите священную планетарию по заданию ла-ла-ла-ла-ла. Короче, две таких три. Ладно, это потом, блядь, сделаю, нахуй. Я выйду вообще и загляну. Если таких две выпадет. Ну, это такое надо. Неплохо. Это, блядь, нереально, нахуй, по мане вообще друлем не садится. У кого у меня? Плащик там действительно двойный. А, это не у меня.
Так, ну, мы потом оба убьем тогда, чтобы колголу на вход открыть и сделаем все. Короче, смотрите, вот как ворота арки вот эти стоят, вот лево и право. Давай так, Асмодей, Ладомир и ШП. С левой стороны стоите, вот видите квадратики вот эти, вот на них такие красные, блядь, углы. Вот первый становится, который ближе сюда, вот где я стою. Асмодей, дальше Ладомир, потом дальше становится ШП. С этой стороны точно так же. Там, например, Рыло, Суф, и туда вперед, кто там у нас еще есть, РДДшник? Рыло, вот тут становишься, смотри, вот тут, вот так. Или, может, лучше ты наоборот, наду вперед станешь. Так, подожди, сейчас разберемся. Я, Милик, и Денис. 3, 4, 5. Короче, РДДшники, стоите вот так вот на РНЖ друг друга. Когда он будет вас смотреть, взор на вас кидать, там такой зеленый луч, смещаетесь в центр, в эту хуйню, и отбегаете вот так сюда, так. Понятно? У босса, типа вот босс, и у него две руки. Мы будем, когда будет брать в руку, в правую, он будет брать, ну, в 25-ке троих берет, тут, по-моему, одного будет брать. Когда он берет в руку, надо надамажить там сколько-то, 200 или 300 к. Он отпустит ее, мы ее убиваем полностью. И это количество хп, что мы набили в руку, оно отнимется у него. Вот это, по-моему, как... А как хардмоту делается? Ты не помнишь, Слава? По-моему, уж так и делается, блядь. Может, нету тут, нет? Или нету хардмода? Нету. Он чисто так. А, он просто, блядь, не пришли пизде рукав. Ну да. Док, воет, кушайте. Я рыбку поставил. Конечно, не меч крутой, блядь, свину, посмотри, блядь. Видишь, такие ватрушки по этот, на полу разбросаны. Вот такие красненькие. Блядь, запичиваем. Сука, жрать хочу. Ну, блядь, что это не ватрушки, что ли? Подумаешь, блядь, немножко квадратные. ШП, подходи сюда, ешь рыбу. Короче, вот, типа, как Гавай сказал, одни на этих ватрушках стоят, другие на тех ватрушках. Когда на вас... Только вперед, на рендже. Ну, вот на этой стоит Асмодей, на следующей, например, стоит Ладомир, на следующей стоит ШП. Вперед. Вот тут стоит Рыло, на следующей Суф. Ага. Рыло, ты на вот этой стоит. Вот, я тебе показывал, вот, на вот этой. Типа, на вас кидается взор, вы бежите в центр и потом, типа, вот так... Слава, ты тут? Угу. Правильно, что я все сказал? Я ничего не перепутал. Да, да. Что, тотем от чего ставить? Силу природы? Тоже природу. А на кошатнице тоже хардмода нету, да? Есть. Я просто в луте не вижу, блядь, чтобы был хардмод. А на Ури нет, по-моему, нету. А, значит, нету. На Фрей есть. Они просто похожи немножко внешне. Нет, точно нет. Ладно, что там, я чекаю. Все стоят возле тела, пиздят тело, в руку кого-то взяло, блядь. Дамажим в руку. Он отпустил, разбиваем ее до конца и дальше въебашим тело. Я только не помню, а что с левой рукой? Надо ее бить вообще, нет? Блять, быстрее всего убить босса, так как нам ни хэма, лута, ничего не надо. Просто руку слить, одну, вторую. Потом тело покричит, ауе, там, по 200 дамага, блять. И потом опять появились руки, убил одну, вторую, и все, пиздец, у босса 5%. Все, поехали. Какую первую ебашу вот эту? Правую? Похуй. Да, правую пиздец. Меточку поставил. Все в руку и бенем. Геру дайте. Нам было тогда дога в ДД спикнуть. Вот взор. Вышел в центр Ладомир или кто там на кого. И побежал к воротам. Не к рейду, к воротам. Все. Встал обратно на позицию. Когда рука умирает, 15%. В центр сошли и в ворота.
Все, руку вторую. А, и второй танк, он трэш. Трэш, собирай, собирай трэш. Дох, трэш на тебе. Так, что-то пошло не так. Трэш. А. Тентон топот 7 метров от заклинателя. Каменная волна. Физический урон, повышая, получаем урон на 5%. Эффект суммируется. Так, я насколько помню, вот разбивается рука, получается танк собирает трэш, и мы его бьем. Ну, судя по тому, какие тут апнутые осколки, блядь, проще тогда просто в тело дамажить и все, блядь, в одного танка хуярит. Давай тогда дох, спекайся в танка, ой, в ДД. Руки не бьем, просто хуярим, блядь, по телу и пиздец. Я вам подскажу, что если вы не будете бить руку, он будет все время брать, и он отпускать его не будет. Будет и трэш пейте только РДДшники, потому что при смерти он взрывается. Будет отпускать, если подамажить руку. Дамажить в нее, понял, и все, опять в тело поехали. Когда возьмет в руку, просто по ней, по руке, блядь, заезжаем, отпускает, все, опять по телу хуярим. А если уже там до того доведем момента, что этот, мы ее разобьем, но я думаю, к тому моменту он уже должен сдохнуть. Там, по идее, 200к надо в нее дать. А у мобов ХП никто не заметил сколько? И там, походу, надо, чтобы убить босса, чтобы тебе хотя бы одна рука была мертвая. И тогда только можно добить. Мобов 120к. А чё, как вы умерли? Чё они там делают, эти мобы? Взрывают. Убить? Да. Только РДДшники, по-моему, танк отведет, и РДД зальёте, ауе, и всё. Вы собрание убили? Да. Хэм, модя? Да. Нахуй вообще хуйня, Саня. Лиспода. С первого трака убили, бля. Вот, отлично. Камшотнули ему на лицо. Камшотик. Сука. Так, у нас кто сейчас танк будет один? Войт, ДК. Войт, угу. А чё так. Бой? На кого бой? Прист сейчас бафнул, бой появился. Не знаю. Все бафы есть. Ну да. Короче, ебашим в тело, возьмет кого-то в руку, даем в нее 200к, блядь, РДДшники, бейте в руку. Мы дальше продолжаем бить тело, блядь. Все были готовы. Все были готовы поехать. А, я вспомнил, почему-то два танка надо. Он броню ломает. А он скидывается там на секунд 5. А, окей, Геру дайте, выбегайте, на ком там висит Асмодей. Гера 5 секунд еще. Так, в руку взял, дали 200к в руку. Его хилить надо, да. Ты в руке был, Денис? Да. Там лютый урон какой-то, блядь. 200к не нанесли, да, получается. Получается, нам резко надо дамажить. Написано, столько надо нанести. Поэтому пускай все лучше свитчатся. Ну-ка, все. Давайте все в руку. Отпустил, да? Да, да, дебаф. Есть БР у Адамира. Надо слепкота сначала. Пиздец, да ничего. А все равно сейчас. Давайте этот, потренируемся, потом будем этот убивать. А если левую руку бьешь, что выпадает? Я же не помню, блядь, нихуя этого. Та же хуйня, тоже мобы выпадают.
Ну смотрите, блядь, ну можно убить, просто надо всем было свечнуть. Он у него, блядь, 70 уже процентов. Я в ручке. Рук, ну, рук. 70, но бей их рук по 50. Их ауешат. Смотри, рука умирает. Вот смотри, у него будет процентов 40, так будет у тела. Можно просто и руки до ауешить, тоже добить. Они, рука умирает, минус 15% сразу хп у босса. Это дохуя. И он прям просто сдохнет. Ну это понятно, а с мобами тогда. Типа их и забирает. А мобы кто? Уже похуй, босс умрет, типа. Типа если под конец. Руку, руку. А, ну если под конец только одновременно их слить, тогда да, иначе рейд вайпнется. Ну то есть как ауешка идет, она вот она, видишь, стабильная. Просто сейчас мы слепкота спасем уже и нормально будет. Спасти рядового кота. Меня в ручку взяли. Руку, руку, руку. А хила нету, да? Да, хила нету. Пиздец, блин. Что, много у него осталось? Да хуя еще. Ну, это отнимает 30% еще. И еще 15. То есть, ну, 25 осталось. С учетом, 120. Что мы лежали. Да хуйня, хуйня.